приобрели Вего 2 в желтом черном цвете. Там Триал. Так она выглядит. Эксклюзивный дизайн. Назвали мы ее Дракар from Russia. Все характеристики лодки имеются на сайте. Весла Декатлон. Декатлон, который регулируется. Так как мы не знаем пока, какие нам нужны весла, пока мы учимся сплавляться. Сразу не обговорили, мы в принципе не знали, сюда цепляется юбка, в дальнейшем мы хотели ее купить. Мы думали, она идет в базе, а оказывается крепление нет. Для юбки здесь липучка нету. Идет. Ее в настоящее время нету. И по словам менеджера Tom Trial, это надо было обговорить заранее. Знаете, в будущем кто будет заказывать. Дальше. Нет сливного клапана. Также менеджер пояснил, что они отказались от старого сливного клапана и установили просто дырку. Просто дырку. Лодка имеет три отсека с клапанами. Надуваются быстро. Заказывали вместе с лодкой ножной насос. Насос в своем комплекте. Переходничок на лодку не имеет. Идет вместе с лодкой переходничок, и он у нас получился в единственном комплекте. Про доставку сразу. Нашла почти 5 недель. Отвечает они, мы утром пишем, то есть утро это часов 10. Они отвечают примерно в 15 часов, сразу к этому готовьтесь, и то не всегда, не сразу. Но хотелось бы отметить, что доброжелательные, в принципе, и все. Выходные не работают, суббота, воскресенье, в праздничные не работают. Оплата сразу идет, рискованно, лодка стоит недешево. Ну, для нас недешево. Так что, вот такие вот дела, ребят. Лодочка классная, учимся пока кататься, показывать, в принципе, пока рано нам что-то. Учимся грести веслами. Теперь погнали. Сейчас. Да, вот так. Реально попёр. Не, попёр. Не плыви туда. Не знаю, ты впереди. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем пока.